Вот дальше только давайте договоримся. Мы будем решать задачу для трех или для четырех? Для четырех. Вот на самом деле чувствуется, что в этой задаче не случайно нам дали именно шахматную доску, не случайно число 64. Это степень двойки. Очень часто, когда вам дают числа, на вроде 32, 64, там 128, 1024, это не потому, что нужно любое число, а потому, что нужна степень двойки. Поэтому следующую картинку я нарисую таким образом. Уже начинает походить на шахмат. Доска размером 2 на 2. Сейчас нужно каким-то образом пронумеровать эти поля. Давайте я напишу так. X, Y, Z, T. Там я писал 0 и 1. Мне почему-то сейчас хочется... И дальше таблица, в которой будет 16 столбцов. Бывает 4 нуля, 3 нуля единица. Все догадываются, что это будет такое, да? Это хороший вопрос. Там их будет 2 в 64 степени. 2 в 10 степени — это примерно 1000. Значит, это будет примерно 1000 в 6 степени умножить на 2 в 4 степени. 2 в 4 степени 16, 1000 в 6 степени — это то же самое, что миллиард миллиардов. То есть это будет довольно большое число. 16 миллиардов миллиардов. Чуть больше. Ну, чуть больше, конечно. Потому что 2 в 10 – это не 1000, а 1024. Абсолютно невозможно выписать это на доске. Не только на доске, ни в какой книжке это не выпишешь. Вот. Но, ребята, в том-то и сила математики, что мы, рассматривая начальный небольшой пример, поймем, как обстоит дело для больших чисел. Я должен создать 4 строки. Давайте поймем, что это за строки. Одна строка, когда у меня перевернул x. Другая, когда перевернул y. Третья, когда z. И четвертое, когда t. И вот тут возникает совершенно жуткая, непонятная штука. Потому что, ребята, а вопрос, а как мы будем кодировать? Давайте вернемся к вот этой нашей табличке. Что у нас здесь было? Смотрите, здесь 0, здесь 1. Все видят? Да. А здесь 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Знаете, чего фактически добивался ассистент фокусника? Он добивался, чтобы монетка, находящаяся на нулевом месте, фактически показывала бы, какую из двух монет мы перевернули. Понятно? Да. Да, отлично. А вот теперь вопрос, что можно показывать четырьмя монетами? Представьте себе, после того, как мы перевернем, ну, не знаю, например, у нас вот из этих нулей получится 0001. Дело в том, что что-то же идет получится, и будет изменена ровно одна цифра. Давайте, для определенности 0001. Вот нужно, чтобы каким-то образом у нас фокусник мог бы, глядя на 0001, сказать: значит, зритель показывал на клеточку X. Ребята, надо придумать какой-то способ кодирования. Да. Возможно, что последняя цифра будет означать X, предпоследняя Y, точнее, вторая будет означать Z, и первая означает T. Великолепно. А что такое цифра означать? Дело в том, что когда вы переворачиваете, вы получаете нолик или единичку, и совершенно непонятно, будет он означать или не будет он означать. Не то. Да. Я хочу сказать, что это как-то похоже на двоичную систему. Мужа.
там, где нужны единички, это действительно похоже на двоичную систему, вы абсолютно правы. И я совершенно, на самом деле, не зря здесь нарисовал вам все-таки табличку 2 на 2. Идея в том, что потом будет 2 на 2 на 2, потом 2 на 2 на 2 на 2 и так далее, и так далее. Это я все понимаю. Я не понимаю другое. Как кодировать эту самую информацию? Двоичную систему? Мне же нужно кодировать не числа. Мне нужно кодировать клеточку, которая загадана. Клеточку, на которую показывал пальцем. Ну, то есть закодировать номер клетки? Да. Номер клетки – это какой-то X, Y, Z и T. Давайте так, мысленно договоримся, что X – это как бы 0,0, Y – это как бы 0,1, Z – это 1,0 и T – это 1,1. Это логично. При помощи двух битиков, так, все знают слово бит. Бит – это наименьшее возможное количество разных вариантов. То есть, когда вы выбираете между двумя возможностями, то у вас, вообще слово би, все знают? Да. Бинокль и монокль. Чем отличается? Монокль – это устройство для одного глаза, бинокль – для двух. Я хочу, чтобы вы сейчас догадались, каким образом получить это 0,0 в одном случае, 0,1 в другом, 1,0 в третьем. И что значит получить? Из чего мы это получаем? Мы должны из вот этого 0,0,0,1 слушайте, а ведь реально, когда вначале все монетки лежат вот так, фактически, что может сделать ассистент? Он может одну из них перевернуть, согласны? Да. Это означает, что... Первые две цифры означают букву. Первые две? Да. Да прямо так. Первые две, это вот есть вот эти две, да? Да. Это будет ужасно. Потому что, например, вот в этом положении, когда вы хотите сделать два нуля, вам придется вот это переворачивать, да? Да. Но это, конечно, можно. 1,1 тоже будет где-то. А там невозможно будет обе перевернуть, чтобы получить. Идея, что первые две, совершенно не годится. Давайте еще напишу вот здесь так. Сейчас сформулирую точную задачу. Наша цель. Превратить вот эту доску, ну, на самом деле, надо еще 8 столбцов, где на первых местах единицы. Такую доску. Мы должны каким-то образом все это заполнить. Кто считает, что он может это сделать? Пожалуйста, выходите. Все нули. Все нули? Это мне, в общем, нравится. Дальше. Ну, сначала 2 нуля, потом 2 единицы. Можно? 2 нуля, 2 единицы, это мне уже не нравится, наверное. Я уже не понимаю, по какому принципу вы это будете делать. Нет, хорошо, здесь что? Здесь тоже может быть 4 нуля. Здесь 4 нуля, это хорошо. Это точно что хорошо. И еще может быть 4 нуля, 0,1,0,0. Здесь? Да. Тоже согласен, это тоже очень разумно, да. Это пока очень хорошо. А, слушайте, вот еще. 0,1,0,0. Вот здесь можно, правда? 0,1,0,0. Так, что еще можно сделать? Так, 0,1,0,0. Смотрите, вот такую ситуацию можно, изменяя один битик, получить здесь? Да. Можно. 0,0,1,0. 0,0,1,0. Слушайте, хорошо. Так, теперь давайте сюда посмотрим. Единица с тремя нулями. Сейчас. Единица с тремя нулями. Непонятно ее откуда получать.
пока не стоит. Можно сделать 0,1,0,0. Можно 3,0,0,0,1 можно. Не понимаю. Ну, 3,0 и потом 1. Где? Здесь? Здесь? Да. 3,0 и потом вот здесь? А, да, отлично. 3,0 и потом 1, да. 0,1,0 в следующем. 0,1,0,0. Уже было. 0,1,0,0 это вот здесь. Да, согласен. 0,1,0,0. Делать 0,0,0,1,0,4. Здесь 0, что? 0,0,0,1. 0,0. Мне кажется, это не это? Да, можно. 0,0,0,1. Отлично, да. Да, хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Можно сделать 4 единицы в своем последнем. Вот здесь? Да. А почему вы думаете, что 4 единицы будут кодировать именно x? Я думаю, 4 единицы. А вот непонятно, t не будут кодировать или что? Да. Господа, 0,0,1,1. Если так вот дальше думать, то в какой-то момент нам придется все-таки принимать решение, что называется, что чем кодировать. То есть мы сейчас дошли до такого момента, что какие-то, так сказать, простые вещи мы сделали, молодцы. Таблицу из 16 миллиардов миллиардов выписывать невозможно. Нам нужно, чтобы как-то просто по четырем цифрам, по четырем этим ноликам и единичкам выписывалось. Это x, или это y, или z, или t. Вот давайте подумаем, какие функции от четырех позиций имеет смысл смотреть. Имеет смысл, например, перемножать. На самом деле нет. Потому что 0 умножить на 0, 0 на 1, 1 на 0 – это все нули. А вот только 1 умножить на 1 – это 1. Получается какое-то неравноправие нулей и единиц. Имеет ли смысл смотреть на какую-то вот именно одну монету? На самом деле тоже. Дело в том, что есть ощущение, что монеты в некотором смысле равноправны. Правда? Нет. Замечательно. Ребята, а значит, какую, естественно, рассмотреть штуку? Да. Правильно, на две. Ну, там, на две первые или на две последние, это не так важно. На две монеты. А вот теперь я задаю вам вопрос. Понимаете ли вы такую штуку? Когда вы смотрите на две монеты, то они либо одной стороной, либо разными сторонами. Согласны? Другими словами, это называется сумма по модулю 2. То есть берем, ну, например, действительно, первые две монеты и рассматриваем сумму по модулю 2. Понимаете ли вы, что здесь она везде какая? Она везде здесь? Четная. А здесь сумма по модулю 2 какая? Нечетная. А здесь сумма по модулю 2 какая? Четная. Ребят, для краткости давайте я буду писать так. X сравнимо с Y. Давайте договоримся, что вот это, значит, первая монета, вторая, третья, четвертая. Вот в этой строке всегда первые две монеты будут либо два нолика, либо две единицы. А вот здесь будет наоборот. Y равно X. Нет, наоборот, не равно. Y не равно. А вот здесь равно. А здесь опять не равно. Ребята, поскольку мы сейчас придумываем способ, то мы имеем полное право так сделать. И мне кажется, что это достаточно такая естественная мысль.
И давайте посмотрим вот здесь. А вот здесь будет непонятно, то ли писать 1,1, то ли писать 0,0. Здесь непонятно. Хорошо. Хорошо. Но таким образом мы накладываем только одно условие. Таким образом мы накладываем только одно условие. Нам все-таки нужны, нужно как-то отличать вот эту строчку от этой. И здесь x сравнимо с y, это, то есть они равны, да? Вот. А в этих строчках x не равно y. Давайте придумаем какое-нибудь такое же простое условие. X не равно z. Вот, золотые слова. Давайте посмотрим на первую и третью монету. Здесь вот они везде что? Нулевые. Равны. Здесь они равны. А вот здесь первая и третья? Нет. Не равны. А здесь первая и третья не равны. Так, теперь смотрим здесь. Первая и третья. Равны. Здесь первое, третье равны. А в нижней строчке легко проверить, что 1 это не 0. Первое и третье не равны. Ребята, смотрите, в чем прелесть. Я придумал способ, достаточно естественный способ, записать 4 строки. В этой строке будут те случаи, когда все первые три монеты одной стороной. Здесь, когда первые две разные, но первые и третьи одинаковые. Здесь первые две одинаковые, а первые они отличаются от третьей. А здесь y и z одинаковые, а x от них отличается. А вот сейчас я все-таки дописываю все 16 столбцов. Вы сидите и быстро-быстро заполняете всю таблицу целиком. Каждый раз вы должны перевернуть ровно одну монету. Ни больше, ни меньше. Ровно одну монету. Дальше. Отлично. Дальше. Очень хорошо. Три первые позиции разные. Только что. А, стоп. Не получилось. Нет, что такое можно? Вот здесь вверх. У вас должно быть первые три одинаковые. В верхней строке у нас все время вот эти вот три позиции должны быть одинаковые. Вот здесь не одинаковые. Все. Вот здесь вот у вас уже ошибка. И здесь тоже ошибка. Садитесь. Заметьте, на самом деле, да? Единственным образом в каждой клеточке можно писать. Да, конечно. Просто это потому что в первых трех позициях два нуля и одна, ну там, два нуля единица или две единицы ноль. Ребята, смотрите, пожалуйста, вот Коля сейчас точно сказал, если у вас среди первых трех позиций меньше нулей, чем единиц, то делаете все единицы. Если у вас, наоборот, больше нулей, то делаете все нули. Здесь изменить одну цифру, и вы изменили вторую цифру. Можно. Отлично. Ну что, господа, ну получается. Вы хотите, чтобы x было таким же, как y, а x не таким же, как z. Можете вы это сделать? X и y должны быть одинаковые, и при этом первая и третья позиция должны быть разные. Исправив одну цифру, это надо сделать. Первая и третья разные. Первая и вторая одинаковые. 0, 0, 1, 1. Отлично, вы решили задачу. Спасибо, садитесь. Так, да, победа. 0, 0, это x и y равны. X не равно z, это правильно. Молодец. У нас и так сейчас x и y одинаковые, а z от них отличается. Молодец. Последнюю цифру просто пишем единичку и все. Спасибо, отлично. Так. Что x 0, 0, 1, 1. Да, все правильно. Вы слышите, что он говорит?
0, 0, 1, 1. Первые две одинаковые, первая не равна третьему. Делается изменением одной вот этой цифры. Да, конечно. Так, ну кто герой? Все нули не получится, потому что у вас x должно не равняться z. Поймите, пожалуйста, все нули уже были, и это была вот эта ситуация. Нельзя. А что сюда надо написать? Нет, нельзя. Так, x и y одинаковые, x не такой, как z, вот это хорошо. При этом x не равно x в b. Теперь нормально. 0, 1, 1, 0. Это решение. Молодец. Следующий. Так, 0, 0, 1, 0. Вы изменили две цифры. Здесь было 0, 1, 0, а стало 0, 0, 1. Вы изменили две цифры. Две цифры менять нельзя. Даже три вы измените, да. Но в любом случае менять можно одну цифру только. Надо, чтобы первые две совпадали. Смотрите, раз нужно, чтобы первые две совпадали, значит меняем одну из них. И надо, чтобы не совпадало с третьей. Что это значит? Третью менять при этом нельзя. То есть вы знаете, что вы должны изменить одну из них, при этом вот эти две вы уже можете писать. 1, 0. У вас первые две должны совпадать, они не совпадают. Третью и четвертую уже надо написать, это 0 и 1. Потому что у вас условие на первых двух не выполнено, значит одну из них надо менять. Смотрите, вы задачу должны решать. Не пытаться придумать сразу, а вот у нас есть четыре цифры. Мы смотрим на эти условия. Здесь x должно равняться y, а здесь оно не равняется. Значит, одно здесь 0 и 1, вот эти вот последние, то уже пишем. 0 и 1. Теперь осталось понять только на первых двух цифрах. Одну из них надо изменить, чтобы после этого x и y были бы одинаковые и не равнялось бы z. Первые две цифры должны стать одинаковыми и не такими, как третья. Что такое третья цифра? Вы понимаете или нет? Третья цифра – это z, это нолик. Первые две цифры должны стать одинаковыми и не такими, как третья. Да, 1, 1, 0, 1. Спасибо, садитесь. X и Y должны быть равны. 1, 1, 0, 1. Отлично. Мы хотим, чтобы X равнялось Y. Вообще-то здесь и так все. X равняется Y. И чтобы они не равнялись Z. Какой символ можно здесь изменить, чтобы так было? У нас вообще-то и так x равно y. Вообще-то у нас и так x не равно z. Какой символ можно поменять, чтобы это так и осталось? Подсказывают. Последний. Спасибо, все правильно. Последний символ изменили. X равно y – это неправда. Вы написали неправильно. Потому что у вас на первых двух позициях должно быть одно и то же. Вы не имели права портить. Вы не имели права портить две позиции первые. Замечательно. Следующий. 1, 2, 0, 1. Это что такое? Вторая и третья позиции равны, первая от них отличается. Да. Замечательно. Следующий. Вторая и третья позиции равны. Да. Первая от них отличается. Отлично. Следующий. Осталось чуть-чуть, ребята. Два символа. Вы поменяли и первый, и третий. Так нельзя. Еще раз. Надо смотреть на то, чего вам нужно добиться. Итак, вам нужно добиться, чтобы вторая и третья равнялись. Они равняются? Не равняются. Значит, одну из них надо менять. Замечательно. То есть будет либо 1, 1, 1, 0, либо 1 и все 0. Теперь смотрим. 1 и все нули. Где-нибудь здесь было?
было. Подпишите, если было. Блядь, если какая-то в строчке есть, значит она уже хорошая. Понятно? Отлично. Следующий. X не равно Y, X не равно Z. Ура! Следующий. Обращаю ваше внимание, вообще-то наша цель вовсе не для 4 монет, а для 64 монет. Так, сделали? Это неверно. Это неверно, потому что у нас первая должна отличаться от второй и третьей. А у вас она не отличается. 0, 1, 1, 0. Теперь отличается, а вторая и третья одинаковые. Спасибо. Ну и последний. Заметьте, ребята, обычно зарплату получает тот, кто сделал работу. Вот, он сейчас получит за всех. Разумно? Нет. Как нет? Он сдает таблицу. Нет. Так, 1, 1, 0, 1. Это неверно, потому что первое должно отличаться от одинаковых, второй и третий. Вы должны здесь изменить один символ, чтобы в результате вторая и третья были бы одинаковые, а первая от них должна отличаться. Как это сделать? Молодец, догадался. Если вы посмотрите на первую строчку, в ней на самом деле не 16 разных вариантов, а сколько? Больше. Разных. 4. Замечательно. 4. 4 разных варианта. А в этой клеточке сколько разных вариантов? 4. Тоже 4. Все видят, да? Да. Все видят, все понимают. Отлично. Тупает самый тяжелый момент. Он состоит в том, что я сейчас должен вам объяснить, как решать эту задачу для 8 монет. Ну а потом для 16, 32, 44. Чем принципиально отличается в случае 8 монет? Вообще-то на 2 восьмой степени это уже 256. Если бы я захотел решить задачу для 8 монет такой табличкой, то это был бы ужас. Мне пришлось нарисовать таблицу, в которой 256 столбцов и 8 строчек. Да? То есть всего получилось бы просто сумасшедшее количество. 2048 клеточек было бы в этой таблице. Поэтому я сейчас должен 8 монет нарисовать каким-то понятным способом. Смотрите, как мне нарисовывают. 1 монета, 2 монеты, 4 монеты, да? И у меня здесь выписаны некие условия. Вот надо сейчас понять, как сделать, чтобы для случая, смотрите, какого случая, для случая 8 монет такую таблицу создать, но, что называется, не выписывая ее всю, а я должен как-то объяснить, как такая таблица естественным образом